позвоночника между нижней полой вены аортой. Мы не знали на тот момент, сдетонировал боеприпас или не сдетонировал. Он застрял между аортой и нижней полой вены. Сверху от него находится сердце. Прилежит к сердцу. Хирург решился меня оперировать. Я был против. Не хотел врачей подставлять, что не дай бог рванят. Но хирурги надели бронежилеты. Ну что он перед операцией сказал, когда ты говоришь, я тут могу взорваться на операционном столе? Он тебе что ответил? Значит, вместе взорвемся, ответил.